Ой, налетён. Где полиция? Непонятно. А у нас сегодня перестрелка была в центре города, и разбили камеру J-News'а, убили одного человека, и по нашим данным одного отправили в больницу. Сейчас нам угрожают уже, говорят, что нельзя снимать, полиция потянулась уже. Идет отборный мат. Говорят, что умер один человек. Еще раз повторяю, сейчас идет погром имущества одного человека. Ага, потянулась полиция. Непонятно, из-за чего была ссора и кто виноват, но обстановка накаляется. Если честно, страшно.